Мы знаем также, что у тебя есть опыт в съемках рекламных роликов. Есть ли желание сниматься в кино? Я очень хочу попасть в кино, потому что кино бывает мировым, также республиканским. И мне не важно, каким это будет, мировым или республиканским. Просто это очень интересно — сниматься в фильмах, общаться с режиссерами, общаться с более людьми, которые уже выше тебя статусом. Вот. А какое кино ты любишь смотреть? Я люблю смотреть фэнтези, страшилки. Ужасно люблю смотреть комедии. Вот. Спишь после этого хорошо? Да, вполне. А какую музыку ты слушаешь? Я слушаю всю музыку, от рока до попа, поп-музыки. Интересный выбор. А какие, может быть, исполнители есть, на которых ты бы хотел равняться? У меня есть кумир, это Джастин Бибер, а также Джастин Тиберлейк. Такие вот два кумира моих.